Привет, девчонки, мальчишки. Я на даче. Холодно еще. Печку затопила. Телевизор включила. Воду поставила, кастрюлю. Будем все мыть. Вот. Сейчас все приберу, разберу. Вон, видите, запотела. Протрем, приберем. Девчонки, высадила огурчики. Здесь оставила для перца. У меня там, по-моему, 6 штучек, что ли. Здесь огурчики. Сейчас закрою укрывным материалом. Здесь вот, конечно, что-то мне не очень нравится. Но посею еще дома, если что, подсажу. Вот. Посеяла морковь, лук посадила на одну грядку. Саша мне в другую копает. Печка топится. Дома тепло. Так, вот вторая грядочка. Вот эта, видите, какая большая. Вот здесь морковка у меня, карамелька и лучок. И там в конце укроп. Вот. Сейчас здесь я тоже гранулами посею морковь. Сделаю рядочки. И в конце тоже лук. Так, у меня нанская гранулами и лосина островская. Так что, девочки, приступаю. Видите, какой у нас сегодня денек? Я, между прочим, много цветочков высадила. Высадила левизию, высадила прострел один, высадила две горячавки. Ну, а особой жары нету. Как бы, знаете, вон мускарики, мускарики. Ну, всего лишь плюс 6. Вот что под горшочками, это я все высадила. Так, ладно. Буду рядочки делать и садить. Вот так, девчонки, я продавливаю. Сейчас с той стороны. Вот такое расстояние у меня. Вот. Это мне Саша сделал колышков. Колышки подвязывать. И вот так. Я на глаз. Сантиметров 25 где-то, наверное, получается. Ой, как хорошо-то, девочки. Там я накрыла пленкой. Пусть греется земля. Под кабачки. Потом сделаем дуги укрывной. Вот здесь посеяла. Вот здесь годеция. Вот это вот. Тут у меня флоксики. А здесь уже забыла. Но не буду открывать. Прострел, левизия. Короче, не помню уже. Тут, девчонки, еще не прибирали. Сыро. Для меня сейчас главное посадить. И так опаздываем. Подсохнет, все уберется. Я вот так думаю. Правильно думаю. Вот, смотрите, калинка тоже почечки набирает. Тоже все переломала, надо будет отпиливать. Для меня сейчас самое главное посадить. Вода греется. Конечно, она уже выкипела даже. Ладно, это тоже не главное. Вот так, девчонки, я поставила сюда рассаду. Потому что я там высадила огурцы. Так вот. Ой, как в домике тепло. Хорошо. Так. Вот. Да. Вот нанская буду сеять. Это я посеяла. А, королева осени. Вот эти сейчас я буду раскладывать. И вот еще лучок у меня. Все, пошла работать. Девочки, посадила все. И вот, значит, у меня здесь чеснок. Теперь, смотрите, я его уже взрыхляла. Сейчас вот так сюда, между рядья, я вот такие вот делаю кучки. И сюда я буду тыкать свеклу. С той стороны и с этой. Все, мне хватит свеклы. У меня еще с того года есть.
Ну все, девчонки. А высадила вот импирату. Высадила виолу. Вот. Потихоньку все лезет. Потом все будет видно, что к чему. Что к чему. Морковь, лук, свеклу я посадила. Огурцы я высадила. Не знаю. Вот розочка моя живая. Я в том году ее выписывала. Вон, видите? По-моему, одна единственная. Там вон, покупала в том году. Тоже не вижу. Это белая канадская, да, которую погрызли. Почечки просыпаются. Просыпаются. Потом посмотрю, что обрежу, что обрезать, что не проснется. Вон, видите, что спирея серая. Все съели. Все съели. Посмотрите. Вот веточка. Ну, вон там немного. Потом обрежу. Ой, вообще. Вон вылазят мускарики. Так, там гортензия, смотрю, сухая. Сухая, сухая. А вот здесь вот вижу почечки. Вон там внизу почечки. Вон видно? Видно. Цветом красивый. Лилии. Видите, что уже травы? Ничего, все сделаем. Сегодня самое главное я посадила. Дай бог, уже будет тепло. Так, там вон лилии лезут. Вон лилии. Вон лилии. Вон лилии. Вон лилии. Вон лилии. Так, ну все, девочки, пошли мы на автобус. Нечего еще больно смотреть, но вон лилии, да, вылазят. Все, всем пока-пока.